Это мангал. Да как это мангал, ну что? Всем привет, дорогие друзья! С вами Дима, Серега, Стаканчик, как всегда, отличнейшее настроение. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем в очень классную игру Гаррис Мод и самую популярную рубрику, потому что каждый ролик попадает в тренды. Угадай аниматроника по звуку. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем веселиться. Серега, я скачал очень много классных пилпаков, теперь у нас большущее разнообразие, чтобы веселиться и угорать. Ну что ж, вот первый аниматроник, которого возьму, которого вы должны узнать по звуку. Так, я знаю даже, с какого ты пака взял. Сейчас. Это Фредбер. А, да блин! А ты нас не сможешь быть, это что у тебя очень странный режим. Ладно, не угадали, давай следующий. Хорошо. Ну да, это же был спринт Бонни всего-навсего, ну... Так, я вижу там какое-то движение. А ты спалился, мы твое лицо увидели. Ну, очень прикольный аниматроник, мне понравился. Давай другого. Есть звуки? Нету. Есть. А кто это? Сейчас скажу. Сейчас я угадаю. Это... Ах, а кто это может быть? Блин, да, у нас столько аниматроников, я теперь не знаю, кого выбрать. Это может быть бунт Чика. Ах ты, колобанки! Ё-моё, у меня чуть волосы не выпали. Я испугался сильно, это так громко было. А как ее звали хоть? Ты хоть говори, как звали. 8 бит, бэйби. Ну ты молодец, красава. Я же забыл, что я их скачал. Настроение класс, ребята, надеюсь, вам понравится. Вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Кто у нас там? Да. Так. Думай. Мне кажется, это кто-то из Five Nights at Candy's 2. Так, хорошо. Это значит, у нас кто может быть? Визера Чистер, может, нет? Нет. А нет, не говори нет, не надо. Да, точнее, да. Это Рад. Нет. А блин, какой-то срат. Это какой-то ФПР СДКФ Джек. Блин, у него так голова вывернута, очень стрёмно. Поехали дальше. Сейчас будет. Надеюсь, я угадаю, возьму админский пистолет, хоть когда-то кого-то я выиграю. Ну-ка. А, подожди. О, слышу. Это эндоскелет. Нет. Это колобанки. Это Бонни. Да ну как угадать, если они все лапами стучат металлическими. Давай дальше, проигрывать будем. Сейчас, подожди. Ребята, напишите в комментах, мы кого-то угадаем в этой серии или нет. Опа, слышу. Нет, вот. Ну, Стаканчик, ты знаешь, кто это? Ну, вы появились. Это может, знаешь, кто быть? Кто? Это может быть... Это... А может и не может быть? Сейчас, подожди, я полистаю. Даже не знаю, кого Серега выбрал там. Сейчас. Я догадываюсь, кто это. Просто не знаю, как зовут ее. Это SDFG. Нет. Так, колобанки. Эндотрап. Вот. Это... Синистер Спринтрап. Нет. Да ты задрол! Да почему? Это новый Фокси. Да блин, какой-то старый, блин, почему мы не можем ничего угадать? Хорошо, все-таки возьму админский пистолет. Надеюсь, я смогу угадать хоть одного аниматроника. Ну, Серега. Все готовы, кстати. Это тот случай, когда ты реально можешь сделать так, что никого не угадаешь. Давай. Ну это уже было. Фредди. А, нет. Да что я лох такой? Не угорай, ну не угорай сильно, да? Я поугараю чуть-чуть. Хорошо.
Давай дальше. Сейчас так, чуть полегче вам возьму. Я не спешу, я сейчас буду очень сильно вникать в звуки и угадывать. Все-таки надо угадать хоть кого-то. Сейчас, секунду. Давай, давай, удиви. Ну? О, взял кого-то. Это мангал. Да как это мангал, ну что? Ой, ребят, это самая такая, наверное, веселая серия получается. Ну, голос же похож. Ну, блин, да. Но запах нет. Давай дальше, Серега. Ты пока меня тащишь, мы реально ни разу не угадали. Что? Надо полегче вам что-то взять. Ну давай, там, мне кажется, мы и легкие не сможем угадать. Звуки путаются в голове. Hello. Так, это Балун Бой. На, ура. Это было очень просто. Я понял, чтобы чисто хоть разок угадали, да? Да. Ну молодец, молодец. Hello. Давай дальше. Удивляемся и машем. Так. О, так это ж был уже, да, когда-то у нас, не? Нет. Это... Воу, а кто это? Ребята, остановите ролик, если вы знаете конкретно тайм-код и название аниматроника. Блин, я не знаю, кто это. А, догадываюсь, я догадываюсь, кто это. Это... Бунт Бонни. Да fucking shit! На мне! О, прикольный скример. Это крыса, рад. Я крыса. Хорошо. Так это ты с какого пака, получается, брал? 5-5-5-2. Я понял. Так, пошел дальше. О, так это знакомый. Так это этого, это знаешь кто? Кто? Визерет читер. Да ну, говно. Был близок, Димас. Да-да-да. Кстати, хочу сказать, что добавили им скримеры, раньше не было. Теперь можно полноценный обзорчик сделать. Давай дальше. Та, уже не угадаем. Хотя, может, и угадаем. Так-так-так. Это эндоскелет. Это не эндоскелет был. Спринг Эндо. Ну, блин, похоже на эндоскелет. Ладно, ничего, замочи. Напополам, напополам. Ни туда, ни сюда. Но хотя я, честно, не угадал. Давай дальше, Серега, удивляй. Сейчас будешь. Поехать, сказать. Все, я теперь буду слушать тебя, не буду спешить. Давай будем поразмышлять, и чтобы точно мы угадали. В этот раз, Серега, мы угадаем. Ну? Да. Так подожди. Это в той серии вроде и был. Точно? Или нет? Это с новых пилпаков? Нет. Понял, понял, понял. Это... Кто? Фредди, мне кажется. Игнайтед Фредди. Да ну что ты говоришь? Игнайтед Бонни. Ну Игнайтед это не такие, да, звуки вроде бы издают, да. Похоже. Но что-то пошло не так. Стаканчик, мы с тобой профессиональные проигрывальщики. Вообще не можем... Ну, в этом есть прикол этой серии и рубрики, что реально, если ты знаешь, что ты не угадываешь, тебя тупо мочат. Готовы? Да. Есть звуки? Да. А я не знаю уже. Может, и знаю. Сейчас. Что-то из нового. Что из нового? А ну еще поезд давай. Что-нибудь понятно? Ну и лайк мне, говорит, лайк поставь мне. Это женского пола аниматроник? Да. А это Свизерет? Нет. Да говно, как же угадал. О, это... Magical Mangle. Да, угадал. Да ладно! Да как я это сделал? Не знаю, это честно, это был наугад. Блин, а когда бывает. Хочу сильно угадывать, я не смогу, а наугад... Честно, там же картинок, да, нету? Просто думаю, ну скажу, да. Это, 8-бит бэйби, похожие звуки. Знаешь почему я угадал, что с этого пилпака? Потому что на них очень крутая озвучка. Mm-hmm. Давай дальше. Сейчас. Кстати, этот пилпак вообще ни разу не попадал в наши ролики, это что-то новенькое, поэтому точно напрашивается рубрика, какой аниматроник самый крутой. Готов? Да.
А это же просто. Кто это, стаканчик? Ну, музыка не у Фредди, не как у Фредди. Да. Что-то навряд ли Фредди. Может это... Может... Похоже... Это похоже на марионетку какую-то. Ты думаешь? Ну, вроде музыка такая же. Да, это похоже на музыку марионетки. Мы потом эту рубрику допилим, когда будет много игроков. Кто Серега угадает, ты не мочишь, а кто не угадывает, ты будешь мочить. Это по-честному, да? Прикольно, да. Кстати. Почему бы так и не сделать? Это знаешь кто? Бунт? Нет, это не... Короче, давай марионетка, да, будет? Марионетка. Да что он такие звуки издает? Да. Эй, Лефти, иди на работу в пиццерию, детишечек пугать, кого-то там мочить. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Давай еще. Удиви нас. Сейчас будет. Все, сейчас наугад, что ли, говори? Так наугад я не смог угадать. Рандомчик. Это, наверное, что-то из больших твистедов, да? Да. Хорошо, сейчас я угадаю. Это... Твистед... Голден Фредди. Нет. Да говно! Пупырчатый... Урод какой-то. Ну, очень классный антуражный аниматроник. Так это ж был... Это кто был? Просто Твистед Фредди? Ну да. Как знается, это Фредди с Твистед Фредди. Я знал, я проверял. Видишь, тоже шаришь. Хорошо, давай дальше. О! Я знаю, кто это, сейчас скажу. Это из четвертой части, по-моему. Это тоже из Твистед. С Твистед. Это... Твистед Голден Фредди. Нет, это Фредди. Да, блин, ты что? Ну Фредди же Фредди. Фредбир. А, извини. Что такое? Чувствую себя лохом. Давай дальше. Блин, вот это озвучка. Вообще, у меня такое стерео в наушниках крутое. Так что, если кто-то этот ролик смотрит в наушниках, он поймет, о чем я говорю. А это Скэндис. Не? Думай. Возможно, это Дредбер. Пусть будет стаканчика Дредбер. Да, ну какой это Дредбер? Срадбер. Обосрадбер. Ну то ладно, ладно, ладно. Я тебя запомнил в лицо. Но полегче, думаю, возьму. Не, так прикольно, что ты так делаешь. Потому что я их вообще звуки этих не знаю, челиков. Они новые нам. О! Кто это? Стаканчик, ты же знаешь. А! Я знаю, кто это. Нет. Кто это? Это эндоскелет. Нет. Либо Фокси, либо эндоскелет. Давай, короче, кто из нас угадал? Давай, ты кого выберешь, Фокси? Да. А я эндоскелет. Извиняюсь, что он мочит сразу по области. Ну, смысл мы уловили, что стаканчик бы затащил. Да, стаканчик был прав. Красава, красава. Давай дальше. Сейчас будет. Подождите. Ребята, сейчас будете мне подсказывать, вместе с вами будем угадывать. Давай, Сережка. Что же такое очень интересное, которое тяжело-притяжело угадать? Опа, пошел, пошел. Что за собаки гавкают там? Так, ребята, как вы думаете, кто это? Стаканчик. А больше никаких звуков нету. А, это Афтон. Афтон? На! Стаканчик, молодец. И сейчас я бы не догадался. Красава, это было сложно, кстати. Так. Звук роботизма. А кто у нас такие звуки странные издает? Много кто. Стаканчик, как ты думаешь, кто это? А еще можно звуки в студию? О! Так это же кто? Это Чика! А, ну блин, она же музыку тоже такую издает. Давай, давай, наваливай! Покажи, на что ты способен! Зато музыкой нас, да, задразнишь?
Ля! Музыка наложилась, хорошо, мы проиграли. Гитарист хороший, Серега. Взял другого уже? Подожди, да. О, это марионетка в шкатулке. На. Да. Так, кого бы взять еще? У нас много пилпаков разных есть. Давай, Сережка, ты сможешь. Сейчас. Сейчас. Надо мыслить, как Серега. Я буду мыслить. Так. Это он сейчас вниз полистал пилпаки вниз. Потом вверх пошел, типа. Остановился. И возьмет сейчас с этого пилпака. Кто ты думаешь, кто это? Ну... Он только такой звук может издавать. Я думаю, что это Рад. Я думаю, что это скелет опять. Нет, это не скелет. Давай. Мне кажется, это Кэнди. А я думаю, Рад. Фантом Бонни. Да блин! Вискримак. Если вам понравилась эта рубрика и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотри следующий ролик.